Доброе время суток. Сегодня у нас отчет на гостиницу Dubai International Hotel. Эта гостиница находится внутри аэропорта Дубая, третий терминал. Значит так, это план по эвакуации. У них два, значит, чтобы вы знали, находится она приблизительно терминал 3, гейт B. Ну, я зашел со стороны гейт B22. Дверь открывается карточкой. Что у нас здесь есть? Это, как говорится, как security. Это что такое? Что-то тут такое есть. Так, карта вставляется. Ну, стандартное все. Климат-контроль. Номер вот так выглядит издалека. Ну, для гостиницы на данный момент она стоит 300 с чем-то долларов. Цена большая. Ну, гостиница нормальная. Санузел. Я всегда удивляюсь этому вот телефону. Этот телефон меня очень-очень удивляет. Чисто, аккуратно, запахов никаких нету. Весы. Внутри. В душевой там шампунь, шауэр-гел и что-то еще. А, кондиционер. Так, что у нас здесь? Мыло, боди-лосьон. Здесь все принадлежности, все прибамбасы сейчас. Что, все здесь рассчитано на два человека. Шауэр, кеп, ванити кит, комп. Даже расческа есть. О. Так, дентал кит. Это значит зубная щетка с зубной пастой. Shaving kit. Самое интересное, на два человека вообще. Ну и мыло. Фен. Так, что у нас здесь? Фен. Полотенце, эти все халаты, малаты. Поехали дальше. Это, как видно, добавочная подушка. Здесь можно еще погладиться, гладильная доска. Ну, как типа гардероба, мне тоже не надо. Тапочки одни я уже взял. Это шушайн, обувь чистить. А это лопатка, чтобы обувь одевать. Так, что самое интересное здесь? Это вода, это бесплатно. Кофе, чай тоже бесплатно. Кофемашину еще, кажется, добавила. В прошлый раз ее не было. Кофемашина для эспрессо. Тоже отлично. Телевизор, тоже не знаю, зачем он нужен. Потом здесь. Кровать отличная. Кровать спать только одно удовольствие, чтобы вы знали. Отличная кровать. Вон еще второй халат. Здесь у нас что это? Аэрплаг, да, нужно, наверное, чтобы с комфорта спать. Это для кого как. Резетки здесь, они как типа комбинированные. Все сюда можно запихнуть, все можно подзарядиться. Но самый минус для меня, какой я считаю, что вот около кровати нету USB-шных с этой стороны вообще нету зарядки. То есть не зарядки, розетки нету. Здесь розетка есть, но можно заряжать телефон. А вот здесь вот сделали в углу и розетку, ну под все они пойдут. И еще USB-шная. Она еще так вот включается здесь. Типа. Ну вот такую же можно было тоже около кровати поставить. Такой диванчик для отдыха. Ну, отличный номер. За свою цену тоже. Не то, что за свою цену. Даже очень дорого. Ну, тут разные ящички, машечки. Тут Куран есть со своим ковриком. Я не знаю, к религии мы не будем прикасаться. Здесь холодильник пустой, сейф. Вот и все. Я считаю, что номер хороший, но дорогой. А, вид куда? Ну, вид здесь у нас, конечно, внутрь аэропорта на гейты. Даже не знаю, что мы тут видим.